Вот и весь мой мир. Медсестра, мама, болезнь. Мне 18, и я никогда не выходила из дома. Если выйду, то, скорее всего, умру. Здрасте, моя мама. Передала вам кекс. С переездом вас. А ваша дочь дома? Нет, ее нет. Это что, письмо от того парня из окна? Он милый. Когда я с ним разговариваю, мне кажется, будто я снаружи. Он здесь. Кто здесь? А ты не такой, каким я тебя представляла. Сексуальнее, да? А что случится, если ты выйдешь на улицу? Сгорю на солнце, как вампир. Тут у меня полно фильтров, а снаружи вирусы и бактерии. Куда бы ты пошла, если б могла? На океан. Никогда не видела его. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Вообще-то даже замечательно. Это всегда так? Так не бывает. Не вам решать, что ей нужно. Ты должна уйти. Но она мой друг. Она должна была оберегать тебя. Ты не можешь с ним встречаться. Я знаю, что должна оставаться дома, чтобы выжить. Но это не жизнь. Я хочу узнать весь этот мир. Мэдди, что ты делаешь? Вернись домой. Нет, Оля, я должна выяснить, больна ли я на самом деле. Это возможно только так. Мэдди, что с тобой? Я разрушаю твою жизнь. Моя жизнь лучше, когда ты рядом. Ты все, что у меня осталось. Я не могу потерять тебя. Я готова пожертвовать всем, чтобы прожить один идеальный день.